Хочешь узнать, как наконец-то начать говорить на испанском? Хочешь узнать, как ты можешь переехать в Испанию бесплатно по студенческой визе? Ты на правильном месте. Я приветствую тебя на канале How to Spain. И здесь мы расскажем все про комфортный переезд в Испанию и про то, как жить в Испании ярко. Если ты только зажегся идеей переезда в солнечную Испанию, ты на правильном месте. Именно мы поможем и подскажем тебе, как подобрать идеальную языковую школу и переехать в Испанию бесплатно. А если ты уже местный житель и тебе не хватает испанского для спокойной и комфортной жизни, мы дадим тебе скидку на обучение и также подберем индивидуальный план обучения и лучшую школу под твои цели. Мы работаем по всей Испании, поэтому продолжай смотреть видео до конца, чтобы узнать, как переехать в мир солнца, паэльи и фламенко. Одним из преимуществ обучения в языковой школе – это ты находишься всегда в контексте. Языковая школа Евроис находится прямо в центре Валенсии, и здесь есть куча мест, кафешек, интересных улиц, чтобы узнать еще больше о жизни в Валенсии. Мы языковая школа ERAIS, которая, в принципе, сосредоточена на том, чтобы дать возможность любому человеку из любой точки мира изучить испанский язык, соприкоснуться с испанской культурой. Поэтому у нас студенты в основном являются интернациональными, и большинство из них из США, либо англоязычных стран, такие как Великобритания, Австралия. В принципе, всегда у нас многообразие студентов, и мне кажется, что это большой плюс. Учить испанский в Испании. Это интернациональная школа. Здесь есть студенты с разных уголков мира. Здесь со мной сидит сейчас женщина из Франции. Она с нами уже учится в течение 9 недель, и нам приятно, что она может поделиться своей экспириенс, своим опытом изучения испанского языка в ERAIS. Oui, la première chose, c'est que je suis une professeure d'allemand et que j'aime beaucoup les langues étrangères. Et par exemple, quand je suis allée en Russie, je suis restée 3 semaines et j'ai essayé d'apprendre le russe dans une école russe. Et donc, quand j'ai décidé de venir à Valence pour 3 mois, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne l'espagnol pour pouvoir communiquer avec des personnes espagnoles. Et aussi parce que j'aime apprendre les langues et que ça donne une occasion de rencontrer d'autres personnes. Программа обучения в основном ведется с точки зрения преподавателя, потому что обучение по книжкам, скорее всего, это уже несколько устаревший формат. В нашей школе мы применяем методики, которые нацелены на то, чтобы студент максимально обрел способность изъясняться на испанском языке в более органичной форме. И наши занятия нацелены на интерактуар, то есть взаимодействовать со студентом непосредственно через живое общение и живое понимание языка. Поэтому методология сосредоточена на овладевании языком и в его активном применении на практике. Mucha empatía. Tener en cuenta las necesidades del alumno en todo momento y hay muchas técnicas, pero sobre todo en los paralelismos suelen servir y los falsos amigos suelen ayudar a recordar y preguntar los intereses del alumno. A mí siempre me gusta tener en cuenta lo que motiva al estudiante para poder sacar lo mejor de él en la nueva lengua. Yo estudié estudios ingleses, filología inglesa, con un minor en hispánicas y luego me especialicé en ELE, que es la enseñanza del español para extranjeros. В
В нашей школе также есть возможность быть более интегрированным в нашу языковую сеть, поэтому преподаватели, которые дают вам возможность обрести более глубокое понимание испанского языка, тоже хотят вам помочь в этом процессе. Преподаватели, они имеют разные характеры, и я понимаю, что студенты порой не всегда могут совпасть по темпераменту, но это не проблема, потому что та сеть преподавателей, которая работает с нами, всегда нацелена на то, чтобы студент себя чувствовал хорошо. Поэтому у нас есть даже возможность пробного занятия. Если вы не знаете, хотите вы учиться испанскому сейчас или нет, у вас есть возможность прийти на один час и погрузиться в испанскую культуру, в испанский язык, и уже потом сказать нам, остаетесь или все-таки, возможно, в дальнейшем вы придете к нам вновь, потому что я уверена, оно вас зацепит. Для меня это было вообще очень трудно, потому что я сюда приехал с нулевым знанием языка. Но они как бы находят подход индивидуальный, и, в принципе, если я что-то не понимаю, ко мне подходит и индивидуально все объясняет, и, в принципе, все идет нормально. Мы всегда следим за тем, чтобы переход был плавный, и студент был готов к овладеванию новыми вершинами в этом языке. Так что мы это всегда контролируем через непосредственно живое общение со студентом. Мы очень сфокусированы на том, каким образом он осознает, что готов он перейти или нет. И также мы делаем срезы, которые не являются тестами либо экзаменами напрямую. Они скорее больше выявлены в формате того, как он себя ощущает. Поэтому наша школа сосредоточена именно на ощущениях и на эмоциях того, как человек уже чувствует себя с языком. Конечно, когда есть желание и есть цель, все возможно. И мы в этом плане очень направлены на то, чтобы помочь студентам обрести полное и многообразное понимание этого языка. Поэтому я считаю, что за год учебных программ, которые мы предлагаем в нашей школе, это возможно. Да, первый раз, когда я сюда пришел, это был просто ужас. Я не понимал, что происходит, и не понимал преподавателей, никто не говорит на английском, и это был ужас. Но потихоньку тебе жестами все объясняют, и ты вливаешься в коллектив и начинаешь понимать. Я думаю, через 2 недели я понял их язык жестов, потом через месяц я начал их понимать. Мы сейчас с 2023 года являемся центром, аккредитированным в Дели, институтом Сервантеса. Студенты имеют возможность презентоваться на экзамен Дели, и мы готовим к различным уровням, начиная с А2, студент может подготовиться к данному экзамену. А Испания, тут климат хороший, не знаю, люди как-то приветливее, радостнее. И, в принципе, еда хорошая очень. Я думаю, что это самое интересное, на самом деле, в нашей школе, потому что студенты, они из разных стран мира. И интереснее всего это как раз выстроить отношения, как мы себя здесь выражаем, то есть как студент себя выражает, находит в Валенсии. Поэтому занятия, которые мы проводим вне наших испанских классов, они нацелены на обретение понимания, что такое Валенсия, и мы устраиваем различные поездки совместные, также мы создаем возможность соприкоснуться с традициями, с культурой, через посещение различных выставок. Мы ходим на фламенко-шоу. Также мы принимаем участие в кукинг-шоу. То есть студент может знать, как с нуля приготовить паэлью. Я думаю, что в этом плане никто не может совершенно иметь возможность не погрузиться в эту бесконечно широкую культуру, что есть испанская культура. Bueno, lo que más me gusta de enseñar castellano es el interés de la gente por conocer un poco la cultura de los países hispanohablantes y poder, ¿no?, abrir esas puertas que a veces comunicándonos solo con el inglés, que es la lengua más internacional ahora mismo, pues como que no llega. A mí siempre me gusta aprender muchos idiomas porque una amiga hace mucho tiempo me dijo que si tú hablas en inglés todo el mundo te entiende, pero que si tú hablas en la lengua materna de alguien llegas al corazón. Y a mí me gusta pues eso, abrir puertas y que la gente pueda llegar al corazón, conocer nuevas culturas y nuevas personas para expandir su,
su mundo interior y exterior. Я думаю, что в нашей школе есть особая черта, которая нас отличает, и это характер нашей школы. Мы всегда готовы предложить студенту то, что он ищет, и мы всегда на короткой ноге в том, чтобы найти возможность гибкого решения в обретении того знания, той цели, к которой студент наш идет. Расписание – это тоже ключевая сторона нашей школы, потому что мы даем уроки испанского языка весь день. С 9 утра до 7-8 вечера, в зависимости от времени года, мы даем возможность студенту подобрать то время, которое ему подходит. Поэтому он может прийти как с утра, так и вечером, так и в течение дня. Мы не закрываемся. Поэтому вы всегда можете найти тот формат времени, который подходит именно вам. Наши курсы направлены на то, чтобы вы имели возможность обучиться испанскому языку 4 часа в день, то есть в неделю 20 часов. Таким образом, вы можете подавать на студенческую визу. И How to Spain – это именно то место, которое вам поможет обрести все необходимые процессы, и вы всегда будете чувствовать себя не одиноким в этом, бывает, сложном, непростом, но очень увлекательном процессе. Так что не думайте, приезжайте, пробуйте, экспериментируйте и живите жизнь так, как вы себе задумали. How to Spain мне порекомендовали хорошие знакомые. Они сказали, все будет замечательно и прекрасно, ты, в принципе, там ничего не делаешь, просто приходишь, тебе говорят, что делать, все рассказывают. Главное следовать инструкциям, и, в принципе, получается, в первый раз я все получил без проблем. Сейчас мы подались быстро и жду визу долгосрочно. Готовы к следующему шагу на пути к вашей цели? Меня зовут Карина Мальчук, и я специалист агентства по делам иностранцев в Испании How to Spain. Пиши нам, и мы поможем составить тебе индивидуальный план обучения, подобрать языковую школу именно под твои цели и продумать классный план переезда и адаптации в Испании. Оставляй свои контакты нашим специалистам по образованию и лично мне. Мы подберем для тебя индивидуальный план обучения и адаптацию, переезд в Испанию подготовим именно для тебя. Также подписывайся на наши социальные сети, у нас полезный контент каждый день.